В Зауралье стали известны предварительные итоги выборов в Курганскую областную думу. «Единая Россия», по предварительным данным, получит 27 из 34 мандатов в областной думе. Кандидаты-одномандатники от партии выиграли на всех округах. Кроме того, «Единая Россия» взяла 10 мандатов по списку партии. Остальные мандаты заберут кандидаты от оппозиционных партий. По предварительным данным, 3 депутата в новой думе будут представлять КПРФ, 2 ЛДПР, по одному «Справедливую Россию» и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость. Появление кандидатов от партии пенсионеров в облдуме – главная неожиданность этого года. В предыдущих составах думы эта партия представлена не была. На данный момент в целом «Единая Россия» получила 44,58% голосов, КПРФ – 19,05%, ЛДПР – 14,46%, «Справедливая Россия» – 10,52%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 10,52%. Надо сказать, что по предварительным итогам выборов в Шадринскую городскую думу, как минимум в 5 из 24 округов лидируют не единороссы. «Справедливая Россия» может рассчитывать на 3 мандата в городской думе. Депутатами от этой партии могут стать Юлия Загваздина, Александр Бухаров и Валерий Мурзин. Представитель КПРФ Игорь Оболдин пока побеждает. Также лидером является самовыдвиженец Максим Подгоробунских. Единороссы предварительно лидируют в 18 избирательных округах, однако на некоторых из них представители партии власти побеждают с минимальным отрывом от соперников. Точные результаты выборов, а также фамилии победителей, узнаем в ближайшее время.